Дарницкий батон дорожают. С сегодняшнего дня самые популярные у северодвинцев изделия местного хлебокомбината обойдутся покупателям в 40-41 рубль в зависимости от наценки каждого конкретного магазина. Отпускная цена дарницкого и батона на хлебокомбинате в пределах 36 рублей. Рост цены составил 5%. В последний раз цены на жизненно важный продукт повышали в ноябре прошлого года. У нас выросло сырье очень серьезно. Ну, для примера, вот ржаная обдирная мука выросла на 35%. Мука первого сорта выросла на 9%. Ну, яйца на 20%, соль на 35%. Дарницкий нарезной составляют 70% от всей продукции, которую выпускает Северодвинский хлебокомбинат. Именно за счет реализации этого хлеба предприятие получает основную прибыль. Стоит отметить, что отдельные федеральные торговые сети в Северодвинске и Архангельске повышают стоимость нашего хлеба сразу на 30%, что на предприятии считают недопустимым. Напомним, с 1 апреля подорожала и продукция Архангельского хлебокомбината.